Лечение астмы народными методами. Очистите от кожуры и мелко натрите фунт имбиря. Положите его в бутыль и залейте водкой. Чтобы это зелье приобрело особую силу, его нужно настаивать неделю в том месте, где оно будет хорошо освещено солнечным светом. А чтобы сила его не устоялась, нужно каждый день взбалтывать бутыль. Когда пройдет положенный срок, процедите и перелейте зелье в другую бутылку. Добавляйте одну ложку этого средства в стакан с водой и давайте ее больному утром и вечером после еды. Всем добра и крепкого здоровья!